23 июня 2016 года Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате из средств материнского семейного капитала. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. Согласно документу, выплату могут получить все владельцы сертификата и те, которые будут получать сертификат до 30 ноября 2016 года. Заявления о предоставлении единовременной выплаты из счет средств материнского семейного капитала могут подать в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или же в Многофункциональный центр государственных услуг не позднее 30 ноября 2016 года. Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории Российской Федерации, вне зависимости, когда они получили сертификат и сколько лет ребенку. Владельцы сертификата, те, которые использовали по основным средствам, но не полностью, могут подать заявление о выплате остатка средств материнского семейного капитала, фактического остатка на момент подачи заявления. Напоминаю, материнский семейный капитал – это мера социальной поддержки российских граждан с 2007 года по 2018 год включительно. Федеральный закон от 23 июня 2016 года 181 ФЗ «Единовременная выплата из средств материнского семейного капитала 2016 год».